Всем привет с теплых, настоящих Филиппин. Точнее сказать, из самого сердца Филиппин, с острова Себу. Да-да, наш остров Себу, где мы живем, так и называют. Сердце Филиппин. Сегодня после нескольких пасмурных дней снова солнечный денек. Голубое небо и спокойное относительно море, что не может не радовать. Видео в таком формате я снимаю в первый раз, без монтажа, без специальной подготовки, без озвучивания. Просто хочу поделиться с вами замечательным деньком. Море сегодня не очень чистое, но, однако, я уже искупалась, потому что за последние несколько дней, когда штормило и в море вообще невозможно было зайти, я просто соскучилась по движению. Я плаваю в море от получаса до часа каждый день вместо зарядки. Ну, вода мутная только вот здесь, у берега, и то, вот я смотрю, она становится с каждым часом прозрачнее. А если чуть отойти, метров на 20, то там начинается, в общем-то, чистая прозрачная вода. Вот такая вот тишина, спокойствие. У нас сегодня не слышно гомона и шума местных детей, которые любят приходить на наш пляж вот сюда к дому и купаться здесь. Отдыхаем перед предстоящими выходными. Уже в выходные здесь яблоко будет негде упасть, потому что у нас песчаный, не глубокий пляж, и местные любят приходить сюда купаться. Песочек у нас около дома серый. Вот такой вулканический и магнитный. Я как-то даже делала эксперименты, подносила к сухому песку магнит, и на магните оставались следы. Песок оставался на магните, что говорит о том, что он содержит магнитные частицы. Такой песок магнитный, я почитала в интернете, очень полезен для здоровья, для здоровья он полезен. Кому интересно, почитайте. Может быть, в дальнейшем я проведу такой эксперимент еще раз и сниму все на камеру. Сейчас я не готова рассказывать, но факт остается фактом. Вот этот вот песочек, когда он сухой, естественно, он магнитится. Сейчас просто шторма вот такую вот гальку принесли сюда, к нам на берег. Ну, а в общем-то он песчаный, с мелкого такого песка пляж. Вот такой вот мелкий песочек, который, когда высыхает, становится светло-светло-серым. Он и есть магнитный. Он очень хорошо магнитится, значит, содержит магнитные частицы и полезен. Вот такой вот релакс, умиротворение на Себу сегодня. А везде, в средствах массовой информации, по телевизору, в интернете, в газетах, статьи сейчас пестрят о том, какой разрушительный тайфун прошел по центральной части Филиппин. Остров Лусон, тот район, центральный район Филиппин, где находится столица Манила, очень сильно пострадал от прошедшего 11 ноября тайфуна. Очень много в интернете, да и везде фотографий, как люди спасаются от наводнения, вызванного обильным дождем, на крышах своих домов.
прям буквально дома затоплены по самые крыши. Очень жуткое зрелище. Мне даже страшно представить, сколько народу пострадало, потеряло свои жилища и, возможно, даже погибло. Одна фотография в интернете меня особенно поразила. На ней изображен молодой мужчина, который стоит по грудь в воде и в тазике держит грудного ребенка, спасает от наводнения. Очень жутко на самом деле. Люди от наводнения, от дождя, который затопил их жилища по самые крыши, спасались буквально на этих самых крышах. Смотрела, видела тоже фото в интернете. Куча народу, детишек стоит на крыше и держится руками за железные балки крыши, а вода подступает к ним и уже практически по колено. Представляете, как страшно? Ужас. Дождь, который вызвал все эти наводнения и затопления целых улиц, целых деревень, был такой силы и такой громкий, что его шум ничем нельзя было перекрыть. Но это на самом деле настоящее бедствие. Вот 2020 год принес сколько бед на Филиппины. Не так давно, буквально неделю или две только назад, только прошел один тайфун, и вот этот вот снова, только гораздо мощнее, гораздо сильнее и гораздо разрушительнее. Страшно. Ну, а острову Себу в этом отношении, в отношении тайфунов, везет. Мы здесь живем уже 6 лет. Были сильные ветра, сильные дожди, но, в принципе, разрушительных таких, как вот я описала, не было еще ни разу. И я думаю, собственно говоря, и не будет, потому что если глянуть на карту, остров Себу находится в середине Филиппин. И именно поэтому его называют сердцем Филиппин. Собственно говоря, из-за того, что он окружен островами со всех сторон, возможно, да невозможно, а наверняка тайфуны его обходят стороной. Ну, а я, пожалуй, буду заканчивать свое видео в таком вот пробном формате, можно сказать, формате онлайн. Желаю вам такого же хорошего, чудесного дня, как сейчас у меня. И встретимся на настоящих Филиппинах.